наша любимая кафешка. Вот здесь лесенка, на второй этаж идет. Но я, друзья, хочу вам показать немножко тут вот в сторону. Немножко в сторону, чуть-чуть. Вот с той стороны кафешка вот сюда обращена. Здесь такой венецианский а-ля с понтом Венеция отель. Кафешка относительно оживленная. Кудричка. Она достаточно обычная. Тут вот ассортимент, что чего, ценник. Здесь вообще вкусно и прикольно. И частенько кто-нибудь из посетителей вот заберется вот за этот райдер, за эту пианинку. Там что-нибудь сыграет. Итак, все тут еще такое деревянное, старенькое, винтажное. В шахматишки приходят люди поиграть. Ну и, конечно, друзья, с чем может сравниться вот такое утреннее сидение на балкончике у воды? Давайте я тоже зайду. Мы решили, что тут немножко прохладно. И не стали сюда выходить сами. А вот посмотрите на вот эти шпильки, которые торчат из крыши. Это чтобы птички тут не сидели и, я извиняюсь, не гадили. Да. Пусть вот там на воде сидят. Это, кстати, не дешевое местечко вот это. Тут в обычный день, не знаю, как сейчас, там может быть и 350, и 400 долларов за ночь. Ну, удобно, вышел так из номера раз, и песочек. Вы, друзья, видите две чашечки с кофе-латте. Те, кто жалуются, что в Америке все в бумажных стаканах, и это не эстетично, это просто у них не хватило соображалки попросить налить чашечку. Чашечки есть, на самом деле, в Старбаксе даже, когда в чашечку на 10 центов дешевле. С утречка народ все больше берет бумажный стаканчик и убегает с этим кофеем. Так вот, чтобы посидеть, вот как бы со Светой, подождать чего-то, таких пока не видать. Вот у нас музычка там какая-то такая. Очень приятная.